Здравствуйте! С вами в студии Редькин Владимир, адвокат коллегии адвокатов «Особое мнение». Сегодня я постараюсь вам рассказать, что же делать, если сумма выплаты по ОСАГО не покрыла ваши расходы. Страховое возмещение по ОСАГО ограничено максимальным пороговым значением – 400 тысяч рублей. Сумма страховой выплаты может не покрыть расходы на ремонт в двух случаях. Во-первых, если страховая компания занизила сумму возмещения, и во-вторых, если вы получили максимально возможную сумму страхового возмещения в размере 400 тысяч рублей, но стоимость ремонта оказалась больше. Если из документов о дорожно-транспортном происшествии невозможно установить вину конкретного водителя, то есть, например, когда участников ДТП двое, выплата каждому составит половину от размера ущерба или в иных пропорциях в зависимости от степени вины участников ДТП, установленной судом. Важен и способ оформления ДТП. Если оно было оформлено без участия сотрудников полиции посредством заполнения извещения ДТП, то страховая возместит ущерб только в пределах 50 тысяч рублей. И если извещение о ДТП оформлена правильно, то взыскать со страховой больше не удастся даже через суд. Рассмотрим пошагово следующие случаи. Ситуация первая. Страховая компания занизила сумму возмещения. Шаг первый. Получите в страховой компании копию акта о страховом случае. При рассмотрении заявления потерпевшего о страховой выплате страховщик обязан составить акт о страховом случае. В нем описывается страховой случай ДТП, указывается его последствия, размер ущерба и страховой выплаты. А также дается расчет страховой выплаты. Страховщик обязан выдать акт по вашему письменному требованию в течение трех рабочих дней с даты предъявления такого требования. Шаг второй. Проверьте правильность расчета страховщика. Правильность расчета можно оценить приблизительно с помощью справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Если цены занижены, значит и расчет страховой выплаты неверный. Такая проверка является предварительной и не заменит экспертного исследования. Но на ее основании можно сформировать первоначальное представление о перспективе спора со страховщиком, не неся при этом дополнительных расходов. Если расчеты страховщика оказались ошибочны или вы не хотите проверять правильность расчетов страховщика, переходите к следующему шагу. Шаг третий. Получите документальное подтверждение размера ущерба. В случае судебного разбирательства со страховщиком доказательство размера ущерба и стоимости восстановления транспортного средства будет только заключение, полученное по итогам за независимой технической экспертизы. Такую экспертизу проводит эксперт-техник, внесенный Минюстом России в Государственный реестр экспертов-техников в соответствии с единой методикой и с использованием утвержденной Российским Союзом автоэкспертов электронных баз данных стоимости информации справочников. Чтобы получить этот документ, необходимо обратиться к эксперту технику или в организацию, имеющую в штате экспертов техников, и заключить договор на проведение независимой технической экспертизы. Реестр экспертов техников размещен на официальном сайте Минюста России. Стоимость экспертизы обычно зависит от ее сложности и стоимости поврежденного имущества. Шаг четвертый. Обратитесь в страховую компанию с письменной претензией. В рассматриваемой ситуации необходимо соблюсти досудебный порядок урегулирования спора и обратиться к страховщику с претензией. Если этого не сделать, суд оставит исковое заявление без рассмотрения. Требования к претензии и прилагаемым к ним документам содержатся в пункте 5.1 правил ОСАГО. Страховщик обязан рассмотреть претензии в течение пяти рабочих дней. Если в указанный срок вы не получите доплату, можете обращаться в суд. Шаг пятый. Подготовьте исковое заявление и предъявите его в суд. Для подготовки грамотного и обоснованного искового заявления рекомендуем обратиться к специалисту за оказанием квалифицированной юридической помощи. Если вы решили не прибегать к помощи юриста, рекомендуем учесть следующее. Требования к исковому заявлению изложены э, в статье 131-132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В, в исковом заявлении следует изложить суть проблемы и заявить свои требования о взыскании. Первое. Разница между размером ущерба по заключению независимой экспертизы и размером полученной страховой суммы. Второе. Неустойки за нарушение срока выплаты указанной разницы. 1% от разницы в выплате за каждый день просрочки, но не более максимального лимита выплаты или финансовые санкции за нарушение срока направления мотивированного отказа в страховой выплате. 0,5 от максимального липидно страховой выплаты за каждый день просрочки, если страховщик нарушил срок направления вам письменного отказа. Третье – штраф за неудовлетворение ваших требований в добровольном порядке. 50% от присужденной судом суммы. Как правило, минимальным набором документов, прилагаемым к исковому заявлению, является – Первое. Копии документов, подтверждающих направление страховщику претензий. Второе. Копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство, ПТС или свидетельство о регистрации выданного ГИБДД. Третье. Копии документов о дорожно-транспортном происшествии. Это протокол, постановление, определение. Четвертое. Копия акта о страховом случае. Пятое. Копия заключения независимой технической экспертизы. Шестое. Копия искового заявления и прилагаемых к нему документов для страховщика. Исковое заявление и приложенные к нему документы подаются в суд с учетом следующих правил вы можете подать исковое заявление по месту нахождения страховщика, его филиала или представительства, так и по месту своего жительства. Если цена иска не больше 1 миллиона рублей, вы освобождаетесь от уплаты госпошлины. Если заявленные требования имущественного характера и цена иска не превышает 50 тысяч рублей, то иск подается мировому судье. Если цена иска свыше 50 тысяч рублей или если вы предъявляете так, также требования неимущественного характера, например, об установлении степени вины в ДТП, Туиск следует подавать в районный суд. Это изложено в статье 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Шаг 6. Получите решение суда. Рассмотрение дела по существу оканчивается решением, результативная часть которого оглашается немедленно после судебного заседания. Письменное решение изготавливается в течение пяти рабочих дней. После этого вы можете получить его в суде. В Случай 2. Стоимость ремонта оказалась больше суммы страхового возмещения. В этом случае оставшуюся сумму следует взыскивать с виновника ДТП. Для этого рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. Шаг первый. Получите документальное подтверждение взыскиваемой суммы. Доказательством размера этой суммы будет служить заключение, полученное по итогам независимой технической экспертизы. В споре с виновником ДТП из новых заменяемых запасных частей может не учитываться. Доказательством размера ущерба могут выступать документы о произведенном или оплаченном ремонте, платежные поручения, чеки, акты выполненных работ. При этом нужно учесть, что в суде, возможно, возникнет вопрос о наличии связи между отремонтированными повреждениями и ДТП, что и потребует проведения судебной экспертизы. Вы вправе требовать возмещения не только ущерба, причиненного автомобилю, но и из расходов на проведение экспертизы, хранение автомобиля на стоянке, судебных расходов, а также компенсации морального вреда. Шаг второй. Обратитесь к виновнику ДТП с претензией и требованием возместить вам нанесенный ущерб. Изложите претензию в письменном виде, приложите к ней подтверждающие документы, в том числе заключения, полученные по итогам экспертизы, и направьте виновнику ДТП таким способом, который позволит впоследствии доказать отправление. Это необходимо для соблюдения досудебного порядка, урегулирования спора. Виновник ДТП может либо сразу удовлетворить ваши требования, либо согласовать с вами порядок возмещения. Если виновник ДТП отказывается возмещать ущерб, вы вправе обратиться в суд. Шаг третий. Направьте в суд по месту жительства виновника исковое заявление с требованием о взыскании с него суммы причиненного ущерба. В исковом заявлении изложите суть проблемы и заявите свои требования о взыскании разницы между размером ущерба и выплаченной страховщиком страховой суммы. К исковому заявлению приложите следующие документы. Первое. Копии документов, подтверждающих направление виновнику ДТП претензий. Второе. Копии документов, подтверждающих право собственности на транспортное средство, ПТС или свидетельство о регистрации выданного ГИБДД. Третье. Копии документов о ДТП, справки ДТП, протокола постановления определения. Четвертое. Копию акта о страховом случае. Пятое. Копию заключения независимой технической экспертизы. Шестое. Копию искового заявления и прилагаемые к нему документы для виновника ДТП. Седьмое. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. Исковые требования, адресованные к виновнику ДТП, в любом случае будут облагаться государственной пошлиной. Исковое заявление и приложенные к нему документы подаются в суд с учетом следующих правил. После того, как суд вынесет решение о взыскании с виновника ДТП сумм причиненного ущерба, получите в суде исполнительный лист. Шаг четвертый. Обратитесь с исполнительным листом и заявлением в Федеральную службу судебных приставов. Судебный пристав исполнитель может обратить взыскание на счета должника в банках, все виды доходов, имущества и тому подобное. Вам останется ожидать только поступления на счет денежных средств взыскания приставом исполнителем с виновника ДТП. С вами был адвокат коллегии адвокатов «Особое мнение» Владимир Редькин. Надеюсь, я вам помог.